Дорогие друзья, всем большой привет, это Хижина Музыканта, меня зовут Раид. У нас сегодня в гостях гитарист-виртуоз Александр Кузьминых. Как вы знаете, мой канал основывался на 4 моих обучающих видеоуроках «Быстрое обучение игре на гитаре». Сейчас мы хотим продолжить серию обучающих видео для начинающих. Как это бывает частенько, как друзья твои узнают, что ты начал играть на гитаре, пытаются у тебя попросить сыграть ту или иную песню, а ты такой: я на начальных этапах, как бы ничего еще не умею. И вот для таких случаев у нас есть результат. Мы с вами разучим 5 сегодня мелодий, известных на гитаре, которые вы в любом случае, в любом месте, в любом состоянии алкогольного опьянения можете сыграть вашим друзьям, потому что они очень просты и играются на одной струне. Если готовы, поехали. Первая мелодия называется «Калинка», русская народная. Сейчас продемонстрируем. Русская народная, блатная, хороводная. То есть вы можете ускорять данную мелодию сколько угодно. До скорости света. Сейчас на экране вы видите табулатуру данной мелодии. Играется она на первой струне. И сейчас Саша медленно продемонстрирует данную мелодию. Вам нужно всего лишь повторить за ним. То есть цифра обозначает лад на гитаре. Зажимаем. Какой лад? 12-й лад. 12-й лад сначала. И играем подряд все цифры на первой струне. Если у вас есть гитарист, который может сыграть аккорды, бой, то ему нужен аккорд Е, а затем аккорд АМ. Всего-то. Следующая мелодия, вторая. Группа «Руки вверх», 18 мне уже. Сейчас Саша сыграет медленно, табы вы видите на экране, просто нужно повторять. По аккордам: аккорд С, аккорд Д и аккорд ЕМ. Если хотите более брутальный звук, чтобы не пищать внизу, можете то же самое сыграть на 6-й струне. Если хотите брутальный звук, можете отрастить бороду. Да, это само собой. В стиле этого Black Star. Smoke on the water. Переходим. Хит всех времен и народов, там что-нибудь, не знаю. Покурил над водой. Smoke on the Water, Deep Purple. Ну, эту песню многие играют после «Кузнечика», потому что тоже довольно просто. 3, 4. Такая ремарочка. Друзья, если вы хотите соблазнить девушку, то нужно будет играть так. Раиль, играй те же аккорды, я просто покажу, как надо будет играть. Давай. То есть это для фишка. Это фишка для пикаперов, для соблазнителей, для похитителей женских сердец. Да, кому нет 18, сейчас выключаем. Да, да. И... Вот так сыграете все ваши. Нет, она мне сразу скажет: не дам. Нет, не дам. Не дам, да.
поиграть с красоткой в шахматы ночью окажется в два раза выше. Главное, не убейте никого, когда будете закидывать гитару впервые. Дома, маму там. Да, ребят, и не наломайте дров, пожалуйста, в прямом и переносном смысле этого слова. Так, поехали дальше. А, стой, какой поехали, мы же ее не показали. Еще брутальнее выглядеть, то можно сыграть аккордами данную вещь, но это уже не так просто. Аккорд ЕМ первый, следующий аккорд G на барре на третьем ладу, третий аккорд А на пятом ладу, и повторяем то же самое, но тут чуть-чуть типа промахиваемся на шестой лад и возвращаемся на пятый лад, типа проехал случайно. Вот, можно играть на барре, можно играть, конечно же, без барре, но это уже будет не так эффектно. То есть... Все-таки барре тоже здесь присутствует, потому что си бемоль, мажор, нужно сыграть перед тем, как взять А. Но есть хитрый способ сыграть это все без барре, взять квинт-аккорды, то есть оставить от каждого аккорда три верхние струны. Для более продвинутых, если вам надоест играть на одной струне. Кстати, если ты более глубоко и детально решил освоить науку игры на гитаре, то тебе понадобится ссылочка, которая находится в описании под видео. Переходи на сайт «Освоим гитару за 7 дней», где я тебя проведу с самого нуля до уровня, когда ты сможешь разбираться в музыке, в нотах, брать аккорды, разбираться в музыкальных терминах, играть различные виды переборов, боев, а также исполнять мелодии по нотам и табулатурам. Ссылочка в описании, переходи и изучай материал. И, кстати, небольшая ремарочка. Играйте все мелодии не одним пальцем, чтобы ваши пальцы и техника игры развивалась. Ты знаешь, как можно сказать то, что Раиль в правой, то есть, да, в левой руке мы чередуем пальцы, да, и в правой руке мы можем играть, допустим, первое время там одним пальцем, указательным, большим пальцем, а ну, в идеале, когда пальцы чередуются. Чередуются. И еще можно сыграть на тиранда, и апаянда. Да, то есть можно сыграть, в принципе, смотри, если в басах играется на большим пальцем сыграть, то есть поставить пальцы на струны, а большим пальцем играть уже мелодию. Да. Ну тут даже попроще в этом плане. Да, то есть... А здесь уже мы чередуем указательный и средний палец, в идеале, конечно. Есть такая хорошая иллюстрация, когда... Попросили одного гитариста сыграть «Полет шмеля» одним пальцем. Он сказал, типа, я могу сыграть одним пальцем. 3, 4. Такой вот помет шмеля. Пчелку оставим на последний выпуск, ребят. На десерт. Если это видео наберет 20 тысяч лайков, покажем вам, как играть «Полет шмеля» на одной струне одним пальцем. Да, одним пальцем левой ноги. И, кстати, во втором и третьем выпуске данной рубрики будут очень интересные мелодии. Эквадор, допустим, или скутер How Much Is The Fish. Чтобы все это сыграть, надо несколько пальцев. Поэтому стоит играть несколькими пальцами. И вообще, вы же не заходите. Вы же не ходите, он хотел сказать, на одной ноге. Не прыгайте, вы же на двух ногах ходите. Соответственно, вот мы играем вот этими двумя пальцами. Вот не вот этими, двумя. Ребят, не вот этими. Эти. Вот, а вот этими, да, вот. А потом, когда вы будете ставить лайк в конце, помните, что вот этим пальцем, которым вы ставите лайк, вы играете Deep Purple. Да, соответственно, развивайте все пальцы, чтобы девчонки были без ума от ваших пальчиков. И, соответственно, не играйте таким вот образом, хоть вам и лень, просто возьмите... Если поставите пальцы заранее, то вообще не надо ничего делать. То есть никуда прыгать не надо. О-о-о-о.
удивленно смотрите, как будто бы этого соло не помните там. Аккорды F в оригинале, аккорд G и аккорд АМ. Все, пробуйте, играйте. Жуки, батарейка, русская, восточная. Русско-восточная через тире песня. Похоронный марш, батарейка. Аккорды АМ, G, F, E. Да? На этом все. Это была последняя мелодия на сегодняшний день. Будет вторая часть данного выпуска, данной серии обучающих видео. Если хотите, чтобы быстрее мы выпустили данное видео, мы уже сказали, набираем 10 тысяч лайков, выпускаем видео. 20 тысяч разбираем полет шмеля на одной струне одним пальцем. Ссылка на канал Саши будет в описании, а также вот здесь в подсказках, он тоже делает каверы, видео. Заходите, смотрите, очень много интересных обучающих видео в стиле фингерстайл. А если вы хотите с нуля обучиться игре на гитаре и быстрыми темпами, то в описании под видео мои самоучители по гитаре и по вокалу. Переходите, изучайте гитару, любите музыку, дарите добро и будьте счастливы.